Привет, девочки и мальчики, а также их родители. Мы с вами откроем замечательный набор для лепки Play-Doh, Wheels, Эвакуатор. А это как раз заманчивая картинка с обратной стороны, которая показывает, что нужно делать. Что ж, я сейчас его открою, и мы посмотрим, что в него входит. Сейчас мы с вами сами все попробуем. Я все вынула из коробочки, и теперь посмотрим, что из себя представляет набор. Это сама машинка-эвакуатор с большими колесиками, с надписью Play-Doh. В капоте у нее есть дополнительная функция. Сам крючок эвакуатора, который будет буксировать машинки. Хорошая обычная машинка. Три баночки с пластилином разных цветов. Голубой, белый и красный. Эти баночки разные формы, но вмещают они 56 грамм пластилина каждая. Две машинки-формочки. Первая формочка для лепки полицейской машины, а другая гоночного автомобиля. Тут есть защелка, которая открывается, и внутри здесь просто лежит картоночка, которую нужно выбросить. И обратно защелкивается. Со второй машинкой я поступлю точно так же. Выну отсюда картоночку и закрою. И последнее, что входит в этот набор, это буксирный подъемник. Он состоит из двух деталек. А здесь на самой формочке подъемника еще можно вылепить некоторые части для автомобиля. И, конечно же, в комплекте есть инструкция о том, как пользоваться этим набором. Здесь все подробно написано, как наполнить формочки машинки пластилином и дальше как прикрепить детальки. Еще можно у эвакуатора сделать буксирную лебедку. И сейчас мы с вами все это попробуем сами. Слепим сначала полицейскую машину, снимая с буксирного подъемника вот эту детальку. Здесь сквозная дырочка, через которую сразу пластилин попадет в форму. Вставляем ее снизу на машинку и защелкиваем, немножко повернув. И теперь машинка никуда не денется у нас с этого подъемника. Открываем пластилин. Кстати, вам должно быть видно, что и крышечка, и сам пластилин здесь мерцающий с блестками. Я очень люблю пластилин фирмы Play-Doh за то, что он мягкий, удобный, очень из него приятно лепить. Он не обладает неприятным запахом, и его очень приятно мять в руках. И легко, главное, не нужно разогревать для того, чтобы придать пластилину любую форму. Смотрите, какой красивый. Я еще такой пластилин с блестками не покупала ни разу. Теперь нужно в эту деталь отправить весь пластилин ровно столько, сколько сюда поместится, чтобы она была заполнена доверху. Мне кажется, эта игра очень увлекательна не только для мальчиков, но и для девочек. Кто сказал, что девочки не любят играть в машинки? Теперь нужно взять эту основу, сверху поместить на место. И сейчас с помощью давления она наберет в машинку у нас пластилин. Видите, как он растекается постепенно по машинке и заполняет полностью всю форму. У меня пластилина немножко не хватило. Нужно добавить еще немножко пластилина, чтобы он заполнил полностью всю машину. Повторяем ту же самую процедуру. У меня здесь в нескольких местах пластилин вылез из-под формы. Ну, я думаю, что можно его просто убрать. Значит, уже пластилин лишний. Я добавлю маленький кусочек сюда, потому что здесь пластилин почему-то не распределился до конца. И надавлю формочкой. Лишний пластилин убираю. Но могла бы быть формочка и поплотнее. Мне очень нравится сама идея, то, что можно сделать машинку. А если у вас есть стек, то можно легко удалить излишки пластилина. Все, нашу машинку можно снять с подъемника, открыть формочку и полностью снять верхнюю часть. Смотрите, это действительно настоящая машинка, уже готовая вместе с цветом. Здесь видны и стекла, и капот, и перед машины с бампером. А главное, что эта машинка полностью функциональна, она ездит, как и обычная машинка. Пластилина у меня еще осталось. Весь пластилин на машинку не уходит, наверное, даже остается где-то половина или чуть поменьше. Я хотела сделать полицейскую машинку голубой, но почему-то сделала ее красной. Так мне захотелось посмотреть красный пластилин, и тут же я увлеклась лепкой. Значит, это, конечно, не принципиально. Мы сделаем вторую машинку уже голубого цвета. Нужно сделать все то же самое, и сейчас мы это сделаем очень-очень быстро.
Снимаем, открываем. Итак, вот что получилось. Синенькая машинка. Тоже очень интересная. Она выглядит как настоящая. Можно украсить машину некоторыми деталями. Можно слепить диски и прикрепить их к колесам. Кстати, на самом эвакуаторе тоже есть место для лепки. С одной стороны и с другой стороны. С этим набором можно создать целую ремонтную мастерскую. А сейчас мы попробуем сделать из машинки трос. Открываем капот. Возьмем голубой пластилин. Вместим его в капот. Тут специальное приспособление. Через дырочку нам вытягивается трос. И сколько вы используете пластилина, такой длины трос у вас и получится. Прикрепляем трос к машинке. Прямо по-настоящему можно ее вести за трос. А вторую машинку можно эвакуировать, прикрепив за специальное место, за крючок. И наш эвакуатор может работать и так вести машинки. С этим набором у вас есть настоящая база для экспериментов. Можно вылепить кучу колес или дисков и потом менять их на разные машины. Чинить колеса, менять фары, заменять различные детали в кузове. Все детали быстро, легко можно почистить, потому что пластилин не прилипает ни к рукам, ни к поверхностям. А потом взять пластилин с машинки, снова его поместить в эту трубку и снова сделать новую машинку. На этом наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальчик вверх, делитесь видео в соцсетях. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!